Нет худа без добра. Совершенное преступление показало, что в Нижнем Новгороде много добрых и неравнодушных людей. В начале июля мы рассказывали о том, что мошенники под видом работников водоканала обокрали 78-летнего Василия Сергеевича Гордея. Подозреваемых в мошенничестве зафиксировала камера видеонаблюдения. Василий Сергеевич недавно потерял жену и доверчивого, одинокого пенсионера и обокрали, обворовали мошенники. Пока один отвлекал его около водопроводного крана, другие обшарили квартиру и забрали деньги. Вот они у меня вот здесь вот были. Вот в этом кармане. Вот в этом пакетике. О, пакет. Это пакет. 100 тысяч. И у меня одна болячка не зажила после жены. Один осталось. Тут носили еще одну. Я совсем заболел. Сердце болит еще. Памятник поставить. Жене. Она умерла у меня осенью. Очень сказали, через год можно ставить памятник. Вот я откладывал. На памятничек ей поставить. А за что я поставлю сейчас? Когда я сейчас накоплю? Через год, может? Ну, буду опять по 5 тысяч потихонечку откладывать. После того, как сюжет о дедушке, сначала потерявшем жену, а потом и сбережения, прошел в нашем эфире, многие люди захотели помочь Василию Сергеевичу. Неравнодушные нижегородцы объявили сбор помощи, и все собранные средства сегодня привезли пенсионеру. Здравствуйте, Василий Сергеевич. Мы собрали вам средства. Конечно, не ту сумму, которую вы утратили, но надеемся, что вам хотя бы эта сумма поможет. Мы желаем вам, чтобы вам больше на вашем пути не попадались такие ужасные злые люди, плохо воспитанные. Памятник украли у бабульки, вот что мне жалко. Берег, сэкономил на себя. 50 тысяч тоже дам. Все надо давать 50 тысяч. Не плачьте, пожалуйста. Можно вас обнять? Пожалуйста. Спасибо большое. Не переживайте. Низкий поклон им. Людей, конечно, больше добрых, хороших, конечно, больше, чем негодяев. Что же делать? Негодяи есть. Девушки, извините. Какая общественная организация? Мы просто решили помочь, организовали сбор в интернете, в группе сети НН. И все, каждый, кто хотел помочь, все кидали любую сумму, понял, там 100-200 рублей. Понял. Вот, и мы насобирали все, что могли, и все. В этом случае, конечно, вот такой вот поступок... И мы добрее будем. И будем и такие, будем тоже отзываться, откликаться будем. То есть это побудило вот такая вот ситуация, она и нас уже настраивает на добрые дела. При первой возможности и мы будем помогать. Буду копить рано на памятник бабульке, жене. Буду копить потихоньку. Не унывайте, верьте все равно в добрых людей и... Я не знаю. И будьте здоровы. Спасибо большое. Спасибо. Низкий поклон вам. Да. Спасибо.